Москве проходил 6-й Всесоюзный съезд композиторов. В работе съезда приняли участие члены Политбюро ЦК КПСС, кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС, секретари ЦК КПСС, видные деятели советского музыкального искусства, руководители творческих союзов. Открывая съезд, герой социалистического труда, композитор Дмитрий Борисович Кобылевский, от имени всех, кто работает в области музыкального творчества, выразил верность делу Ленинской коммунистической партии. С отчетным докладом правления Союза композиторов СССР выступил первый секретарь правления, герой социалистического труда Тихон Николаевич Хренников. Он рассказал об успехах в развитии музыкальной культуры всех союзных республик, об активном участии композиторов и музыковедов в идейном, нравственном и эстетическом воспитании советских людей. Критериями ценности нашего искусства, подчеркнул докладчик, были и остаются партийная идейность и мастерство, правда в отображении жизни народа. Съезд композиторов явился важным этапом на пути расцвета многонационального социалистического искусства.